хорошо. Тьфу ты! Только хотел отдохнуть. Алло? Говорите. Алло? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу имплантов. Скажите, я правильно попала? Да, правильно попала. Очень простите, приятно. Простите, девушка. Я хотела бы записаться. Как я к вам могу обращаться? Обращайтесь, как хотите. Софа Марковна. Ага. Рабинович. Ага. Очень приятно. Софа Марковна, я должен задать вам несколько наводящих вопросов. Я слушаю вас. Ну, чтобы вас записать к нужному специалисту. Спасибо, готово. Ага. Ваш возраст. Девушкам такие вопросы не задают. Ну, извините, но все-таки. Ага. Значит, вам от 20 до 30, да? Если вы. А как? Я уж не помню, когда столько было. Запишите, что девушка с пробегом. А-а-а. Ну, мне 20 плюс 50. А, итого девушке 70. Без калькулятора посчитали? Да. А скажите, что вас не устраивает в своих этих... Ну, вы знаете, ну, во-первых, цвет. А что может быть не так с цветом? Да, 70, да. Вы цвели. Мы же... Что? Вы же поймите, мы, понимаете, имплантами занимаемся. Чтобы вы рада. Поняли, делаем везде, как говорится, по полной программе. Я спрашиваю, может, вы часто солярием баловались? С миляром баловалась. Так. С кизляром бывает. Так. А с соляром я даже не знакома. Я имею в виду, быть может, вы их на солнце часто выставляли. Это. Ну, не чаще, чем другие. Вы знаете, ну, я их проветривала, можно сказать, сушила. Но в основном они у меня в теньке были. Как доктор, это? Мне да? рекомендует не тянуть, а то ну, с каждым днем они становятся все желтее и желтее. Они еще и желтеют? Ну, это естественно. А вы их обрабатывать не пробовали? Конечно. Ага. Я их отбеливала. Чего? И делала глубокую чистку. И что? Вот после глубокой чистки ага. они и стали резко расшатываться. При ходьбе? Девушка, вам бы КТ сделать. Что сделать? Рентген, говорю, сделать надо. А, я подготовилась, я сделала. Посмотреть, что там внутри. Конечно, уже смотрели. Сказали срочно удалить то, что осталось. Это... И вживить новые. Вот, пока есть куда вживлять. А то будет как у соседки. А что у соседки было? Соседка затянула, решила сэкономить. Поставила дешевку. Так? Вставила пластмассовые. Села борщ есть. И? Они, естественно, лопнули. И прямо в миску с борщом плюхнулись. Обварились? Оплавились. Ну, какое-то там ближайшее время есть. Но... Мне уже хочется жить, как все, есть, как все. Ну, и дышать, так сказать, полной грудью. Вах. Полной грудью. Полной грудью. Хотите большие? Вот мы до размерчика добрались. Это, ну, нет, я хочу, как у всех. Как у всех? У всех разные. Вот сейчас у вас какие?
эти... Я же объясняю. Сейчас у меня они практически стерлись. Вот, вот. Значит, у вас сейчас нулевочка. Ну, можно и так сказать. А вы хотите двоечку. Доктор, я готова раскошелиться на четверочку. Одну пару сверху и одну пару снизу. Как снизу вы? А, в смысле, сзади. Вот это. Понял, понял, понял. Простите, доктор. Что, простите? А куда вы их сзади вживлять собираетесь? Как куда? Куда и всем. В ягодицы. Простите, доктор. Ну зачем они мне в ягодицах? Да что вы. Сейчас пол рублевки ходит в таких вот, как говорится, что я вам рассказывал. Что вы говорите, доктор? Да, да, да. А как же они с этим живут? Это же неудобно. Как сидят, как лежат. Это называется нанотехнология. Вы садитесь, они сжимаются. Вы встаете, они принимают прежнюю форму. Эффект памяти. Понимаете? Да не дай бог, если мои ягодицы будут помнить лучше, чем мои мозги. Хотя, вы знаете, многое через одно место делается. Да. Так может и правду подготовить его к новым невероятным приключением. Ну, а я же вам говорю. Доктор, гулять так гулять. Так. Вживляйте сзади. В два ряда. Выезжаю. Куда? Я же адрес не сказал. Какая разница? Всякие неадекватные.